Достоинство дня администрации в том, что жители могут на месте задавать интересующие их вопросы и получать ответы. Такая форма общения не только позволяет жителям получать оперативную информацию с первых рук, но и помогает руководителям местной администрации лучше узнать о нуждах и проблемах населения. Такие мероприятия проводятся в районе регулярно. На сегодняшний день в Нащекинском сельском совете поселок Озерный в хозяйстве КФХ «Передерий» отмечают праздник – День администрации Бондарского района. В целом, чтобы мероприятие получилось значимым для района и жителей, пригласили гостей, которые ответят на интересующие вопросы. На сегодняшний день мы пригласили наших всех граждан, всех жителей Нащекинского сельского совета для того, чтобы пообщаться. Я доложу о социально-экономической ситуации района, что у нас на сегодняшний день развивается, какие перспективы развития сельского совета, в частности и поселка Озерный. Представители власти выслушали проблемы жителей и постарались ответить на все вопросы селян. Александр Жупиков поделился своим впечатлением о достойном благоустройстве села. Мне очень понравилось, когда я к вам ехал. Очень хорошая дорога. А когда приехал на эту территорию, на территорию вот этого КФК небольшого, на самом деле все равно был очень удивлен, что как здесь все чисто обустроено, вот эта спортивная детская площадка, вот эта сцена, спортивная площадка сделана. Не в каждом селе на самом деле все это увидишь. На сегодняшний день ситуация в районе хорошая, но у селян возникли конкретные вопросы к предпринимателю о реализации мяса с собственных подсобных хозяйств. Вы мне скажите, где я каждый день могу набрать, во-первых, 5 тонн свинины, 5 тонн говядины? Его нету. Все мы сейчас закупаем с крупных холмов, с больших бойн. Вот там мы и закупаем. А если есть где-то в районе проблемы с мясом, вы это решаете через главу района, мы с удовольствием можем закупить. Но только это будет все идти через бойню, со всеми документами официальными. С учетом последних сегодняшних АЧС всех. Звучали вопросы о работе почтового отделения и о подведении воды в село. На вопрос о газоснабжении домов представители областной власти пояснили, что этим вопросом должен заниматься муниципалитет. Это я имею в виду, вот с областного бюджета деньги заложены на подведение газа между поселениями. Уже внутри поселений и подвод к дому, внутри поселений местной власти, а подвод к дому каждый день себя делает. Я об этом говорил, что местная власть должна быть. Александр Передерий очень рад приехавшим гостям, так как это непосредственный обмен опытом в ведении хозяйства. День администрации Бондарского района в Нащекинском сельском совете выдался на славу. И, естественно, после встречи для жителей организовали праздничный концерт. Во-первых, мы находимся на территории очень хорошего хозяйства, где руководители хозяйств сделали такой прекрасный небольшой парк, где есть и детская площадка, и площадка, где выступить, и спортивная площадка есть. И сами люди, которые, придя на встречу, обустроены на хорошем месте. Встречи прошли продуктивно. На все вопросы, возникшие в ходе диалога, жители села получили компетентные ответы. Хочется отметить, что жителям необходимо самим активнее проявлять инициативу и участвовать в жизни поселка Озерный. Виктория Шишкина, Никита Желтов, Новости ТВ рассказывала.